Михон, заработал на адовый мюзикл. Полтинник всего, да? Рэмбо, нахуй тебе эта музыка. Я вон порнухи, глянь, сколько зарабатываю, глянь. Слушай, мне вот тут пиздец какой-то происходит. Рэмбо, с твоей каркалыгой. Мои партнеры немецкие не против снять себе в порнухи. Я за, Михон. Ну тогда милости просим. Будешь зарабатывать такой пресс каждый день. На молочко, на шлюх таких побочных тебе хватит. Отлично. Сауны, хуяуны, ёпты. Это тоже. Ну что, Рэмбо, выходит? Выходит, Михон. Когда будем адовый мюзикл снимать? Да. Теперь мы звезды. Без базаров. Сука, на пресная струя поперла. Это хуйня. Дальше больше будет. Что нам нужно? Нам нужно падши женщины, бутылка молока. Шляпы есть. Все есть. Михон, у тебя даже есть усы. Усы. Усы всегда у меня есть. Даже. Оп. Что, погнали? Один Михон. Памяти совсем нет нихуя вообще, блядь. Михон, какая память? Такая же хуя. Когда будем делать адовый мюзикл? Какой адовый мюзикл? Вот так вот. Ой, блин. У нас так всегда. У нас всегда так получается. Пацаны, подписывайтесь на наш канал. Друзья! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки.